Китайский крестьянин-инвалид сумел превратить личное несчастье в прибыльный бизнес. Он мастерит бионические протезы рук. Собственных конечностей Сунь Цзифа из северной провинции Цзилинь лишился 9 лет назад. Не вовремя сработала взрывчатка для глушения рыбы. Будучи не в состоянии приобрести дорогостоящие протезы, Сунь купил дешевые, но они оказались практически бесполезными. С их помощью невозможно было выполнять работы по хозяйству. Не желая взваливать тяжелое бремя на плечи своей жены и трех дочерей, Сунь решил сделать себе более функциональные протезы сам. Новые руки фермер мастерил с нуля, не имея никаких особых знаний и полагаясь лишь на собственную интуицию и изобретательность. Работа заняла 8 лет, но результат превзошел все ожидания. С помощью этих рук я могу помогать семье в сельскохозяйственных работах. Могу делать некоторые работы на ферме. Я не бесполезен. Чувствую, что уменьшил их бремя. Я больше не нахлебник. Могу быть полезным. Протез левой руки передает импульс от естественного движения локтем в искусственный палец, позволяя производить захватывающие и удерживающие движения. А правая рука может открываться и закрываться, когда Сунь двигает двумя оставшимися костями. Таким образом, он, помимо прочего, может держать ложку и даже зажигать сигарету. Изобретательность Суня сделала его знаменитым. Очень скоро люди, которые также лишились конечностей, стали обращаться к нему с просьбой смастерить протезы и для них. Искусственные руки господина Суня мне подходят. Дома благодаря им я смогу выполнять много работы. Обычно протезные руки выполняют минимальные функции, когда ими работаешь. В них нет силы. Однако эти руки очень функциональные. Сунь говорит, уже сделал около 1000 искусственных рук, зарабатывая на каждый примерно по $500. Это в 10 раз дешевле протезов, которые предлагают в большинстве больниц. Но самое главное, по словам китайца, это не деньги, а то, что такие протезы возвращают людям уверенность в себе.